Информационные технологии уже прочно вошли в жизнь каждого из нас. Нам сложно обойтись без умных приложений по вызову такси или поиску общественного транспорта, дистанционного оформления документов, заказа товаров или услуг. И это лишь самые простые примеры на бытовом уровне. На форуме поднимают гораздо более серьезные темы. Кибербезопасность, технологии умного города, но главное – развитие цифровой экономики в России и Алтайском крае. В настоящее время, наверное, сложно найти человека, который бы не был связан так или иначе с этой сферой. И мне приятно отмечать, каким поступательным движением развивается наш город. И я уверен, что та насыщенная программа, которая, кстати, составлена по предварительному исследованию, проведенному среди компаний, работающих в Алтайском крае, выявляются потребности, заявляются темы, организуются площадки. За 10 лет количество участников увеличилось почти до 1000. В этот раз презентации, мастер-классы, круглые столы будут проходить на 9 площадках в 15 секциях. IT-форум стал местом общения профессионалов, поводом еще раз сверить часы, обменяться опытом с коллегами, получить информацию о политике государства в отрасли. Например, Роскосмос будет работать с регионами в области использования ракетно-космической деятельности. В Алтайском крае могут появиться 5 высокоточных станций. Мы решили совместить и возможности Алтайского края, и возможности космических технологий. И это, я считаю, как нельзя лучше подходит для нашего форума. Поэтому мы воспользовались приглашением Алтайского края. Участники форума уверены, что рекомендации, выработанные сегодня, будут способствовать повышению качества жизни граждан и внесут вклад в развитие информационного общества. Форум будет проходить в Барнауле еще 2 дня. Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости.